Фок. Всем привет. Привет. Ладно, ближе к делу, пока это солнце не как пришло. Нам достаются вот такие вот эксклюзивы, которые, о которых мы сейчас будем вот, да, рассказывать, показывать. Это все наработка знакомств и порядочные сделки. Ну, куда мы только не ездим, чтобы для вас, ребята, доставать вот такие эксклюзивные варианты. И не говорите потом, что у нас дорогие цены. У нас нормальные цены, учитывая, что здесь реально у нас, четкие. У нас рыночные цены. Да. Но при этом. Но при этом машины лучше. В идеале и никаких вложений, правильно? Все верно, да. Ну что, поехали. Максимум заправить бензин в бак и все. Вложение единственное. Да, поехали. Так. Ну что, ребята, поступает в продажу у нас удивительный Kia Ceed в кузове купе. Ну вот расскажи, ты сейчас покажу вот на так нем. Вот, просто вот такой вот, просто быстрый обзор по кузову. Ребята, мне... даже могут увидеть в кузове прыщик на носу, да? Слушай, ну ты сейчас на нем ехал, расскажи. Я ехал на нем, вот сколько, я не знаю, проехал километров 50, просто вообще супер. У нас не было такой машины, но реально боковая поддержка, машина устойчивая. Как бы, ну, вообще классно, наверное. Наверное, нужно отдельно уделить внимание независимой подвеске, да, задней, да? Ну, на жесткость кузова же, да, получается? Да. Вот, ну я надеюсь, быстро его не купят, я покатаюсь на нем. Ну что, поехали, ребята. По ПТ с 2011 год, но покупка в конце 2012 года. Ездила у нас девушка, женщина, точно не знаем. Но эксплуатация реально бережная. Один хозяин, 95 тысяч пробега. Машине получается по годам 10 лет, но ездила в эксплуатации 9 лет. Все верно. Вот, то есть 9500, 9000 в год накатывала. Давай резину тянуть не будем. Самое, да. Самое главное, что у нас? Заводской окрас. Заводской окрас за минусом. Достаем. То есть здесь у нас, сейчас секундочку, давай, дуплица, родня, 84,5, вот, 101, 100, ну вот, чуть-чуть пошло к залому, 101, 99, родня, 86, ребята, и вот здесь, вот так вот, да, то есть здесь небольшой кусочек, да, шпакли, 629, 337, и здесь уже 120. Все. То есть все. Вот здесь совсем маленький кусочек. Есть, дальше вот четвертый замер 77,1. Короче, вот здесь вот у нас маленький кусочек был покрашен пятном. Да. Все остальное в заводском окрасе. Ребята, два ключа, сигнализация Starline, лобовое оригинальное, резина Hankook. Ну покажи. Это прелесть. Да. Лобовой вот у нас родное. 11-й год. Автомобиль с наизеленящей автотекой. Протектор, да, у нас? Да. Наша резина. Мало того, комплектация у нас максимум. Слушай, чтобы никто не подумал, что это у нас царапина, это просто какой-то кусочек смолы. Да, 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 абсолютно. Да, который оттирается, да. Все четко. Потом дотрем. Вот, все. Диски, да? Зеркало. Да. Реально машина просто без вложений, ребята. Вот проехал на ней салон после химчистки, после полировки. Вот. Посмотрите состояние всех вот кнопок, всех каких-то крутилок, да, рычаг КПП, климат-контроль двухзонный. Ребят, по комплектации, кстати, да, поехали. По комплектации, извиняюсь. 8 подушек безопасности, фронтальная водительская пассажирская, шторки, плюс у нас в сиденьях. Открой, как открывается? Вот так. Опа. И также ноги наклоняем. Да, также наклоняем, то есть вот. Не-н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 е, назад. Я сейчас тебя научу. Смотри, прижимаем, да, вот так, и потом двумя руками тащим назад, давай. Не-не-не, смотри, эту прижимаем. Да. Все, теперь-то, оп, все. А, все, я понял. Мультируль, кожаный мультируль с кнопками. Двухзонный климат-контроль, аудиосистема. Уже у нас AUX USB, подлокотник с двойным дном. Очечник. А, подочечник, боковая поддержка, то есть вот, реально очень плотно. Ребята, сервисная книжка у нас. Где-то тут сейчас найду ее. Вот, все ТО. Так. Оп, поехали, да? Угу. То есть вот у нас первая, 11500, 30500, 43, 59. Ну и тут уже, видимо, гарантия закончилась, да? Да? Ребят,
не нами, ну до этого все правильно сделал, катализатор удален, все четко, то есть, да, все, все перепрошито. ПТС, да, вот, чтобы вы понимали, да. А вот сейчас здесь написано будет, ПТС 11 года, оригинал, да, нет, вот, не дубликат. Вот у нас 11 год, да, покажем. Секунду. Да нет, все правильно, вот, все, да, да, все, да, правильно, да, 11 год. Я к тому, чтобы сразу показать людям, да, что у нас первая хозяйка, автосалон, и, грубо говоря, мы вписаны. Вот еще у нас место как раз, да. То есть это будет вторая регистрация. Так, пойдемте дальше, под капотом сейчас вернемся. У нас там получается записи автосалон, девушка. Хозяйка. Хозяйка, трейдин. Да. Трейдин, потом с трейдина выписывает на нас. Да, и дальше. И, ну, как бы по записям получается три, да, а регистрация одна. Одна. Да, все, просто мы подчеркнули. Ребята, заводской Парктроник, как вы поняли, машина из Рязанской области, очень далеко. Мы ездили, точнее наш партнер, да, покажи вот задняя часть, да, вся заводская вот клепка, и с той стороны болты. Автомобиль в прекрасном цвете, очень ухожен, на солнце просто непередаваемое ощущение. Слушай, да, ящик удобно положить сюда. Да, практически. Оп, запаска, ребята, ну она новая, ее никто никогда не трогал абсолютно, поэтому пожалуйста. Так, закрываем багажник. Парктроник у нас, да, заводской показали. Левая часть, тут тоже все отлично, ну не царапины, да, реально. Вообще, это просто. Ну и водительская сторона, покажи. Вот. Курсовая. О, у нас курсовая есть. Да. Это коврики оригинальные, мультируль, оплетка родная. Родная оплетка. Электропривод складывания зеркал. Вот тут вот у нас все работает. Два стеклоподъемника. А, режим пошло, авто. Пошло закрываться. Да. Сигнализация, автозапуск. Сейчас, секундочку, секундочку. Так, да, что там? Сигнализация, два ключа. С обратной связью, правильно? С обратной связью, да. Скорее всего, с автозапуском, как бы, да. Вот. Бортовой компьютер, мультимедиа, климат-контроль двухзонный. Вот. Подогревы сиденья. Да, то есть тут всякие у нас кармашки, все работает, все четко, ля, коробочка, да, все четко, все хорошо. Блин, ну реально. Слушай, офигеть, ты просто посмотри на оплетку руля. Да, вот тут вот. Слушай, да. Просто заводская оплетка руля, и так скажи, сохранилась. Раньше все-таки материалы были, да? Потому, и сейчас какие? Потому что не экономили. Таблички, да, все тут, Корея, на русский язык, все, Kia Motors. Все, ребят, реально, все стекла Kia, заводской окрас. Капот. Капот, точно. Наш любимый капот. Показываем сразу, да, все наши оригинальные составляющие, да. Начнем, да, как обычно, с наших болтов. Болты, петли тоже. Петли показываю, вот, которые крыльям. А, вот, да. Да, потому что есть же умельцы, да. Конечно, сейчас многие говорят, якобы, да сейчас можно там через пакетики, через целлофан. Ребята, да ничего, все, да, это можно. Родное есть родное. Но у нас все проверяется. Масло чистое в коробке абсолютно. Вот. Двигатели поменены, да? Да, все. Да, видно. Все, двигатели поменены. Все абсолютно есть, да. Чистое, прозрачное. Вот. Кондиционер заправлен, да? Дует. Кондиционер заправлен. Аккумулятор нормально. Так, что у нас? Капот. Kia, здесь все то же самое. Ну видно, что да, фары смотрели, как бы, вот буквально, то есть не паянные, ничего, все, аббревиатура, решетка тоже вся родная, проверяли, смотрели. Ну смотри, даже помечено, видишь. Да, ну все хорошо. Новая юбка поменяли, то есть, да. Слушай, туманки видела линзовые? Да, то есть. Блин. Это редкость. Да, это редкость. Такая вот чисто либо для девчонки-хулиганки, либо для пацана такого, да? Такую бы тачку нам с тобой 18 лет. Ты представь только, да, что было бы. А сколько лет? Ну, лет 18-20, наверное. Вот, да? У меня 18 лет была двухлитровая соната на коже. Братан, я сдаюсь тогда. У меня был мотоцикл. И то я у соседа его брал, да? Да, ну что, ребят, подытожим. Да. 11-й год, покупка в конце 12-го, один хозяин. Регистрации одна, да, в авто, да. Автотека вся зеленая. Автотеку предоставим, отправим. Абсолютно, все ключи, все как положено. Блин, я не знаю, редкость, как бы, мы такого не... Мы, конечно, такие встречаем, мы такие берем машины, но мне кажется, с каждым разом у нас все лучше и лучше автомобили, согласен? Фу-фу-фу.
У нас вот, да, скоро RAV4 появится, вроде есть у нас претенденты. Это который 2008 года, но выглядит как 18-го. Просто вообще. Крету ждем, то есть вот-вот. RAV уже все, по Камри, уже завтра. Да, по Камри, скажем, да. Думали долго, 2 литра все-таки. Это не ходовой. Не автомобиль. Ходовой мотор, потому что мы всех отговариваем, реально наших всех клиентов вот обращаются. Мы как бы провели опрос, да, там да. Условный, стоит ли брать Камри 2-литровую, все нам написали, что нет, да. Это неинтересно. Мазду 6, это... наверное, можно брать 2-литровую. Потому что степень сжатия другая, там же Skyactiv получается. Да. Динамика. Нее, получается, 2-литровая Мазда едет как 2,5 Камри, плюс-минус. Да, 2,5... Но по расходу Мазда точно меньше есть. Мазда, она, конечно, вообще самолет. Мазда самолет. Ну что? На сегодня все, 6:30 вечера. Ребята, кто первый, но сразу быстро не отдам. Почему? Потому что хочу покататься на нем еще. Я тебя понял. Но если дадут нормально денег, конечно, отдадим, да? Да. Все, оксайский рынок, пока. Все, слушай, пока. С каждым видео, когда ты хочешь стать мэром города Оксай, мы все ближе и ближе, да, к Оксаю. Да, 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 да. Ну что, погнали. Все, ребят, всем пока. На связи! Сильвестр Сталлоне в деле! В деле!